Что-то он слишком дерзкий, чувак попался здесь один. Кто? Из грома. Кричи, да. Вадик, ты нет? Вадик. Я не выйду, я не выйду. Где Радик? Я верю, Радик, это бить. Я тебя сейчас добью, дядь. Он собирался добить, садитесь, поехали от них. Чё? Чё такое? Кто кого раздевал, блядь, не понял? Ну, всех раздели нахуй. Сейчас приедем, короче, и решим вопрос. Поехали, давай, садись. Ну-ка, погоди. Роман Хохлов. Здоровки. Пойдем поговорим. Фарагот где? Я их добивать. Хохлов его убил. Роман Хохлов. Фарагот где? Фарагота нету. Кто тебя раздел? Ты не в этом, не в организации Север. Тебя не видно над головой. А, ебать. Дима, кто тебя раздел? Они всех раздели, они все раздели. Где Фарагот? У меня только шмотки остались, все. Мы же не забрали ничего у вас. Я говорю, Фарагот где? Я лично ничего не забрал. Здесь я. У вас еще шмотки забрали. Здесь ты что, дурной? Нахуя ты раздел нашего бойца, блядь? Тебя казнили в бункере. Кто меня казнил в бункере? Тебе легат, блядь, казнил. Легат меня казнил. Он меня не казнил. Тяжелое ранение. Тяжелое ранение? Да. Я просто хуй... Ты тазер свой опусти, пока я тебе его в жопу не засунул, я тебе могу запись в GoPro предоставить, там все видно. Как он по мне зажимал раза четыре, когда я находился уже в вагоне. Фарагот, перебью сейчас, подожди всех. Вот почему ваш человек тут неадекватный начал на нас матом орать? Кто про неадекватного говорил? Да-да-да, братишка. Парни, вы очень адекватные. Ты первый начал. Да-да. Да, забей, я в холодильник залью. Забей, да я знаю, кто это, блядь. Что такое тот, кто кричит, так блядь. Давай, на стенгазете в холодильнике есть, знаешь, такая штука? Стенгазета, знаешь? Я не знаю, что такое. Не знаешь, что стенгазета? Государственный портал. Поехали. А, я понял, от вас РП прет, парни. Я понял вас. Как я тебя? РП это что, ручные пулеметы, блядь? Газету, ты что, не знаешь? Ваха. Собираемся, едем. Собирайтесь и уезжайте с нашей базы, блядь. Пацаны, с автом гоняйте, о. Блядь, снимаем. Боже, я бы просто вас подозревал, ты нахер, блядь. Чё это такое было, блядь? Да забей на него, девочка. Ну-ка, стой. Мать, кто стрелял? Ну, они стреляли, он забежал в дом. Кончайте нахуй всех их тут, блядь. Всех забивай. Кончайте, блядь. Бэ-б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 э
Охуеть. Кончайте всех просто, блядь. Бля, вот ты долбоёб или как, ебать? Нахуй ты стрелял в задницу? Ну-ка, Лея, Лерка, скажи мне, блядь, всю информацию. Нормально, общайтесь тогда на нашей базе, хотя бы уезжайте без этого. В смысле, мы, блядь, штурм, блядь, ну ничья была, нам сказали расходиться, нахуй вы стреляете, блядь. Блядь, мы начали уезжать с базы, была ничья, нам в спину просто в тачку зажимает, блядь, вам, один молодой, блядь. Я вам даже стрелял, понимаешь? Ножик есть? Сейчас добью его, нахуй. Я надеюсь, Окси за всем этим следил? Я не знаю, следил, нет, блядь, это под мою ответственность, я сейчас огонь открыл. У меня видео долбою. Было. Да у меня тоже было, все, блядь. Всех нахуй кончать, блядь. Я просто починил тачку. Будут пиздеть тут, блядь.